Так, делаем горящий потолок. Ну, выглядит вот так. Вот. Сначала рамку сделали вот этот. Первый уровень. Покрасили. Потом вот второй вот этот делали. И получается, чтобы подсветки хорошо клеилась, мы сюда клеили крышку от кабель канала. Вот, вот, вот здесь крышка от кабель канала. На него мы клеили потом подсветку, чтобы от шпаклевки не оторвался. Вот. А завершение сейчас я покажу. Вот кабель канал. Вот эти крышки мы туда клеили. Потом ставим вот сюда гипсокордон. Вот так. И чтобы угол был ровным, клеили L-профиль. Вот. Оно заходит один в один на гипсокартон. Продаются в любом базаре, где продают пластик. Пластик. Вот. L-профиль называется. Вот на гипсокардон вот так надевается. С этим мы завершили, короче, и потом лицевую сторону шпаклевкой, короче, и незаметно будет. Так, вот результат. По краям L-профиль, потом шпаклевка идет.